1637 году Рембрандт, верный своему стремлению к чуду, написал одну из наиболее известных картин раннего периода – «Ангел Рафаил, покидающий семейство Тови», ныне находящуюся в Лурском музее в Париже. Заимствованный из Библии сюжет, где представлен момент, когда ангел, помогший сыну Тови исцелить благочестивого отца от слепоты, насыщен элементами жанра. Тови, лишенный зрения, несмотря на богоугодную жизнь, послал сына получить старый долг. В ходе путешествия сын, ведомый в пути ангелом, поймал рыбу, печенка которой вернула впоследствии зрение его отцу. Потом он получил деньги, нашел себе жену и с ней вернулся домой. На картине изображен тот момент, когда четыре персонажа данной истории осознают вдруг, что спутник сына Тови, помогавший ему в его предприятии, был ангел Рафаил, то есть один из семи великих ангелов, архангелов, защитник верующих, ангел-исцелитель, сокрушитель злых духов. В этот же момент справа с небес спустилось облако, чтобы принять небесного вестника. Композиция этой сцены, рисующая следующий момент после прозрения, восхитительна. Слева мы видим уходящий в глубину первый этаж высокого красного дома, прорезанный аркой вход, над которой свисает густая листва. В центре сценической площадки перед аркой павший на колени сын Тови, дородный мужчина, в длиннополой коричневой одежде. Заломив руки, вскинув голову, благоговейно смотрит на своего преобразившегося спутника, уже взлетающего к небесам. Глубину в правом верхнем углу картины. На первом плане слева высокий худой старик, отец в такой же коричневой одежде. Тут же, освоившись со своим божественным исцелением, падает ничком направо от зрителя, по привычке ощупывая руками зеленоватый коврик, предусмотрительно расстеленный художником между нами и аркой прямо на каменной мостовой. Тови ярко освещен небесным светом. И также освещена сдобная невестка, остановившаяся в арочном проеме. Ее лицо выражает страх и величайшее изумление, но она уже покорно сложила ладони на молитву. Справа от нее старуха-мать, вся в черном, пораженная происшедшим, отворачивается в изнеможении и припадает к ее плечу. Клюка вываливается из задрожавших рук старой женщины. И позы людей, и лица, и даже изогнувшаяся в ногах персонажей маленькая смышленая собака, испуганно зирающая на взлетающего архангела, все говорит о свершившемся чуде. Между тем, как ангел Рафаил, босой, в коротенькой белой юбочке, развивающейся живописными складками, легкий, стремительный и неприступный, раскинув переливающиеся зеленоватыми тонами золоченые крылья, в могучем полете уже мчится к небесам, подняв целый столб пыли над плитами мостовой. Он спешит воссоединиться с небесным воинством, от которого отдалился для совершения чуда. Движение его раскинутых ног и мускулистых рук напоминает движение пловца, а клубящееся облако, которое он рассекает в своем полете, море, охваченное бурей. Это совершенно необычное, поразительное, сверхъестественное и, конечно, абсолютно невозможное явление изображено, как всегда у Рембрандта, очень реально, в самых естественных чертах. Ничего лишнего, ни одного фальшивого жеста, никакой насыщенности, никакого преувеличения.
создано впечатление полной естественности. Фигуры в высшей степени рельефны, их движения вполне реальны. Психология неподражаема, пространство пронизано воздухом, светом и пылью. Перед нами не театр, а такие же люди, как и мы с вами, только одетые по-старинному и находящиеся по ту сторону стены, на которой висит картина. Ни на минуту нельзя усомниться в том, что Бог склоняется к людям и что благочестивый старец только что испытал прикосновение незримой ангельской руки.